Привет, я Шок, и сегодня я выполнял челлендж ютубера Твик. Он заключается в том, что я должен сделать больше, чем 19 киллов на любой карте с ноускопом. Условия были максимально простые. Можешь играть с плеткой, скаутом или авиком. Главное набить максимальное количество ноускопов за одну катку. И я, конечно, этот челлендж принял. А теперь я передам его трем ютуберам. Это Гетлайту, Делайту и Шоку. Я с гордостью принял тот вызов, потому что я любитель ноускопов. И в свое время я был тупейшим человеком, который всегда делал ноускопы, когда нужно просто убивать. Для этого я собрал пати и запустил матчмейкинг на тех званиях, на которых играл сам Дима. А в конце ролика я тебе кину вызов на $300, который будет связан с ноускопами. Поэтому смотри до конца. Буду рад вашему лайку, давайте наберем 10 тысяч. Ну а также хочу вам сказать, в моем телеграм-канале прямо сейчас разыгрывается 3 дигла Океанское побережье. Ссылку найдешь в описании этого ролика. Начинаем первую катку. Кстати, она была правда первой. Короче, смотрите, я что думаю, Твик сделал этот челлендж с 4-го раза. Я думаю, первая точно не под запись. Я буду ее я уже записываю, но она не пойдет в ролик, скорее всего. Это тренировочная. Я пока тестирую, как это все работает. Дайте буст на шорт, я сделаю киллы там. Мидл не вижу. Я убегаю. Как сложно. Подвлекай. Убил одного. Я побил. Блин, как грустно, я растерялся, увидев халяву. Я пошел, я в нижнюю полечу. Ты их байтишь, а я его, а я со спины буду убивать. Вот тут, я вот тут стану, понял? Давай. Я сверху дам шум. Подвлекай, все. Сейчас. О, он здесь. Убил. На Б вышел. Ну ладно, 2 килла у нас есть. Ты вообще кто? Стреляй, просто стреляй, бро, пожалуйста. Давай. Я в***ю просто. Ладно, 3 килла. Вылетает. Идут. Убил одного. Сейчас хитану его. Минус 50. Ой, какой ужас. Бежи дальше. G2. Тебе. Коробка. Ой. Найс. Дайте буст на шорт. Надеюсь, они полетят на шортик. Лонг опять. Много лонг. Да, это лонг, шорт не вижу даже. Я гендов играю так долго. Эрик шорт вышел. Ну ладно, хоть одного убил. 6 киллов уже есть. Я куплю авик себе. Попади. Шорт вылез. Еще шорт. Один хп. Попади. Ну ладно, 2 килла. Плохо. Близко, меня пушит. Че, еще? Ага. Еще. Let's go, bro. Нет, с авиком попроще будет. Я все-таки чаще с авиком стреляю, но сколько вообще со скоростью. Все, кайф. Да, никого. Флажка есть. Хорош. Найс. Еще. Вон один за синим. Я убил его. Убил. Он же прошел один. Нет. Ладно. Убил еще одного. Один. Еще один. Да! Ой-ой-ой. Жестко. Так, сколько? 15 киллов за первую половину, хотя у нас столько было ошибок. Это очень странный челлендж. Помогите, выйдите со мной, выйдите со мной. Без ноги, найс, еще один. Убил одного. В окно лезет. Он где-то возле окна. Дверь свежая. Супер. Вот это приноровился, Эрик, конечно, я не могу. Ты кинул копы вешает просто за километр. Еще без ноги, на лонге без ноги. Убил. Тут трое. Их тут трое. Ну там халявно килл получился. Ну, мы выполнили уже челлендж. Что за трэш? Я кину ту флешку из ролика сейчас. Дверь стоит на Б. Ва, прорвемся? Да. Давай. Флажки даешь. Да, флаж. Справа близко, справа был. Двери один. Убил. Я флешку дал, Тёмка. Оу! Тёмку вышли. Давай. Найс. Хорош. 22 килла. Они не дойдут на свет. Оу! Найс. Я на ладно, давайте я убью. Двери. Лево был. Я дурак. Минус один фраг. Ну, в плане, у меня 23 фрага настоящих. Нижняя. Убил. Найс. Ого. Сайд где-то. Близко шорт. Неправильно. Парень, тяжело на этом декрете. Я убил, подожди. Я бачу. Убил. Все, ладно, я иду к тебе. Я буду красиво делать. Ой-ой-ой-ой-ой.
пойдет. Ладно, 30-й есть, да, килл? Сейчас был 30-й? 29-й. Да, это было слишком просто. 29 фрагов с ноускопа. Я до сих пор не понимаю, мне слишком везло или это настолько просто. Но в любом случае мы сделали на 10 фрагов больше самого вызова, то есть перевыполнили. Мы решили пойти сыграть вторую игру, где я выполнил челлендж аж в первой половине. И после этого начал пытаться сделать красивые моменты. Небольшая рекламная интеграция на сайте GGDrop, и у них выходят новые кейсы. Они с 13 года собрали лучшие работы из операции, и давайте посмотрим, что у нас было в 17 году. Неонуар, императрица. Так, ну тут вроде у нас все мимо. 13-й год. Бах. Давайте 15-й год откроем. Ну, здесь самое интересное, это у нас скоростной зверь. Так, идем дальше. Кроме кейса вышло еще много апдейтов. Во-первых, это веб-поинт. Теперь за каждый рубль депозита на сайт вы получаете кэшбэк 1 веб-поинт. Я могу нажать на кнопку «Обменять», и сайт мне выдаст любой скин, который он захочет. И мне он дает 4000 рублей. Идем дальше. Подарки от Сан. Теперь вы можете получать просто халявный баланс на сайте за выполнение маленьких челленджей. К примеру, открыть кейс поношенный. Что? 20 тысяч рублей? Ладно, хорошо. Нам падает автотроника складной нож. Сейчас у нас тут галочка, мы это сделали. Что это означает? Если вы попадете в призовые места, то вы получите просто так себе гарантированный приз. 2000 рублей. Задания обновляются 2 раза в день. Используйте вот тут промокод Кантелаки 33, и вы будете получать 11% к депозиту. Давайте, готовы? Так, мне авик, да? Авик он лежит. А? Едет на втором раунде. Так, погнали. Заходит в бокс. О, шарпы сняты. Убил. Оу, бро! Да. Ой-ой-ой-ой, как же у него магнитит. Сейчас очень хорошо был. Убил нижнюю. Два. Еще двери. Еще один. Машина. Убил. Супер. И очко. Да ладно, что за хуйня? Убил. Вышел дверь. Все, супер, супер. И Тёмка вышла. Прибивай. На! Как ты попадаешь? Я не знаю, чел. Забери окно, Сталкер. Убил Тёмку. Не пушить, я ухожу. Там пушь, мне 2 золота. Ух ты шо, тут уже вдвоём они. Помогите! Оставь. Я не трогаю. Они тебя пушат уже. Убей его. Второго тоже? Да. А. Так, ладно, уже не надо, я уже призарядился. Он не пушит, я не буду. Я байчик. Он блайн, просто чекать. Ооо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 
это. На лонг. Давай. На лонг уходит. Я убью. Тут. Я убью. Убей! Я убью. Да! Найс. Ужас какой. Я просто покрыл. Убил окно, убил мидл. Кидаю флеш, нет, иду вижу. Искать. Есть Тёмка, есть Тёмка. Сейчас убью Тёмку. Убивать. Нет! Вдвоем идите в нижнюю Тёмку, а я в спинку убью с верхней. Давайте, давайте, байтим. Есть, он к тебе идет, Эрик, к тебе. Убил. Хорошо. Есть еще? Все, он один. Уранбу сделаем. Давай. Давай. А, уже тут в поле. Дефай. Я просто дефаю. Дайте пусть на шорт, пожалуйста. Лонг. Вышли бой лонг. Эрик, ты сюда. Может, здесь буду сделать. Есть, Эрик. Сзади. На первый. Давай. Побежали. Еще раз. Еще раз. Давай, мы сможем. Давай, первый. Первый. Побежали. Ай, какой позор. Ставите ласт. На рампе. Ой, господи. Нельзя поигрывать. Ай-яй-яй. У меня. Есть, у меня здесь. Я байчу. Убил. Давай. Сейчас. Если я умру... Ой, сумасшедший. Стой. Нижняя. Иди ко мне. Ай! Я иду убивать. Альма, Эзик. А, Сити. Осторожно. Проиграйте. Все нормально.
Лучше это записать было бы сложно. В целом, я получил большой кайф и понимаю, что будет интересно посмотреть и на других в этом челлендже. В свою же очередь, я кидаю этот вызов Фандеру, Мегарашу и Моу. Выполнять можно на стриме, либо в ролике. А теперь вызов моим подписчикам. Зайдите на режим АВПДМ и сделайте как можно больше фрагов с ноускопом. Тот человек, у которого будет самый большой киллстрик, тот и побеждает. Первое место получит $150, второе $100 и третье $50. Все условия и подробности написаны в Google анкете, поэтому ты найдешь ее в описании этого ролика. А сейчас я тебе советую посмотреть мой другой ролик. К примеру, как я заказал 7 мувиков в разных ценовых категориях и сделал сравнение. Просто тыкни по этому ролику и переходи к нему. Приятного просмотра. Пока.